Всем привет! Появилась минутка, решил записать коротенькое видео. Сразу хочу всех поблагодарить, кто оказывает финансовую помощь мне, моей семье. Я очень сильно признателен и очень сильно всем благодарен. Появилась минутка, записываю видео. Вывожу вещи потихоньку. Сейчас очередь пришла, тут посуду везу. В общем, потихоньку перебираемся. Цивилизацию. Как я и писал в сообщении, моя семья пока находится, ну мы как живем отдельно, пока находится в другом городе. В общем, и раз в две недели примерно я езжу к ним в гости, ну и перевожу вещи одновременно. Вот. Тут пока жить особо не наживешься, потому что нету ни воды, ни газа, ни света. Ну, а как бы остерегать-то дом надо, а то здесь у нас все быстро растаскают, если уехать надолго. В общем, спасибо всем большое, кто поддерживает меня и мою семью. Все, давайте, до связи, до встречи в новом видео. Всем пока.